Здравствуйте, сегодня я вам покажу, как загрузиться с флешки на ноутбуке Packard Bell Ethernet 11. Для этого жмем клавишу включения, после этого жмем кнопку F2. Все, мы попали в Windows. На первой странице у нас краткая информация о нашем ноутбуке. Чтобы нам загрузиться флешки, надо перейти на вкладку Boot. И здесь в разделе Boot мода поменять режим на Legacy BIOS. Enter, подтверждение, все. После этого мы должны выйти на вкладку Exit и выйти и сохранить настройки. Два раза жмем. Все, и смотрим, как у нас сейчас пойдет загрузка с флешки. Все, вот загрузка с флешки пошла. Спасибо всем за внимание. Пока.